Сегодня в стране нет оснований для того, чтобы расслабляться и отменять масочный режим, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания Комитета по охране здоровья. Требования остаются, масочный режим остается безусловно, заявила глава ведомства. Роспотребнадзор видит риски в связи с тем, что после праздников возвращается значительное количество граждан России из-за рубежа, и с тем, что с учетом эпидситуации в ряде субъектов снимают запреты на перемещение. Также Анна Попова добавила, что благодаря единому подходу властям страны и регионов удалось справиться с ситуацией гораздо лучше, чем в ряде европейских стран. Российская Федерация на сегодняшний день единственная страна в мире, которая имеет 3 зарегистрированных вакцины на разных платформах. Это очень важно. То есть коллеги в институтах не дублируют друг друга, а разработали 3 разные вакцины. Все они направлены на то, чтобы формировать иммунитет к коронавирусу. И сегодня, отметила глава Роспотребнадзора, идет увеличение количества производства для того, чтобы можно было защитить всю часть населения страны, которая сегодня не нуждается в вакцинации. Расчет производился на общее население страны за исключением детей. Детей мы пока не прививаем, нужды для массовой иммунизации детей нет. Дети переносят очень легко, иммунитет вырабатывается быстро, даже при отсутствии симптомов.